Преподаватели кафедры педагогики и психологии Казанского гуманитарно-юридического инновационного университета провели семинар-тренинг в ясли-саде номер 4 «Балдаурен». Семинар-тренинг, который прошел под названием «Развитие профессиональных способностей специалистов дошкольных учреждений по модели 4К», направлен на реализацию задач, о которых говорится в послании президента. В послании президента народа Казахстана говорится, что основы мышления, интеллектуальные и творческие способности, навыки формируются с детства. Поэтому необходимо кардинально улучшить качество дошкольного образования. В центре внимания 4К модель образования. Креативность, критическое мышление, коммуникативное развитие и командная работа, отметил президент. Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет в прошедшем году подписал меморандум с отделом образования в целях выполнения задач, изложенных в послании. В рамках него преподаватели учебного заведения проводят обучающие семинары в детских садах. Цель состоит в том, чтобы улучшить знания педагогов детских садов в рамках модели 4К. Это модель, которая использоваться будет в будущем для подготовки специалистов дошкольного обучения и образования. Она соответствует современным тенденциям образования и является тем видением, да, нашего будущего, которое мы хотим создать в обучении, воспитании наших детей. В семинаре приняли участие около 30 человек из 8 дошкольных учреждений города. Они подчеркнули важность работы в рамках модели 4К. Если говорить о данной модели образования, то я считаю, что она необходима педагогам дошкольного образования. Само название 4К-модель говорит сама за себя. Креативность, коммуникативность, критическое мышление и командная работа – они необходимы каждому педагогу. В ходе мероприятия участники обсудили особенности модели 4К и продемонстрировали, как использовать ее во время работы. Мы рады, что Казахский инновационный гуманитарно-юридический университет проводит подобный семинар. Мы поддерживаем 4К-модель образования и стараемся использовать все ее возможности в своей практике. Думаю, на этом семинар-тренинге мы получим много новой информации. К тому же есть возможность выслушать мнение наших коллег. Стоит отметить, что в этот день точно такой же семинар был организован в дошкольном учреждении в микрорайоне «Юность». Казахский инновационный гуманитарный юридический университет планирует продолжить проведение семинар-тренингов и в других детских садах. Бакытгүл Казес, Кайрат Кужахметов, телеканал «Семей».